Готов к перевоплощению? Перекрасим куколку в белый. Фиолетовая кожа. Пышная прическа-взрыв. Складываем ткани. Вуаля! Крошечный осьминожек. Надеваем хвостик. Малютка Урсула еще совсем кроха. По морскому дну прогуливается русалка. Тут можно собрать полную корзину ракушек. Детский плач? Где же ты, крошка? Ага, вот где! Совсем малютка. Ракушка тебя отвлечет. Смотри, какая красивая. Пойдем домой. Сколько маленьких деталей. Выбираем полимерную глину. Наносим силуэт губок. Заглаживаем края. Тонируем ракушку. Соска – быстрый способ успокоить капризную крошку. Ого, сколько здесь всего! Hey. Чем могу помочь? Мне нужно чем-то отвлечь малышку. Универсальный столик для кормления. Игрушки монстриков. Нет, это не то. Манеж для игр. Точно нет. Может, дизайнерская соска? Oh, маленькая Урсула довольна. Какая славная детка. Отлично, берем. Спасибо за покупку. Заходите снова. Bye. Искупаем старого пупсика. Полное преображение. Перекрасим пряди волос. Кожа стала лиловой. Сошьем хвостик. Щупальца осьминога. Крошка немного подросла. Начался урок математики. Повторяем тему прошлого занятия. Сейчас по ней будет тест. Будьте внимательны в ответах. Ха! Легкотня! Ничего не понимаю. Я уже все заполнила. Сдаем работы. Учительница проверила тесты, раздала результаты. Ура! Отлично! What? Здесь какая-то ошибка. У меня низший балл, но я готовилась. Урсула разнервничалась, ее злость подняла сильный ветер. Ой, что творится? Только не это! Точно! Простите, перепутала тесты. Все наоборот. Не расстраивайся, я помогу тебе догнать тему. Выбираем воздушный пластилин. Салатовый. Формируем туловище мурены. Ух, какая злючка. Добавим цвета. Нарисуем глазки. Острые зубки. Мурены – верные спутники Урсулы. Детишки играли с питомцами. Ой, как вам повезло! Я тоже хочу любимчика! Урсула отправилась в приют. Можно выбрать питомца? Конечно, милая. Посмотрим, кто мне приглянется. Нет, нет. А есть еще кто-то? Что там? Ничего, это мурены. Существа рвались наружу. Какие милашки! Хочу их! Уверены? Их все обходят стороной. Я предупредила. Они такие славные! Назову вас Флотсом и Джетсом. Спасибо! Bye. Фух, наконец-то! Урсула пошла хвастаться подружкам. Бежим! Мурены! Они не опасны? Ничуть. Питомцы нашли общий язык. Берем сломанную куколку. Пройдемся валиком. Затонируем кожу в лиловый оттенок. Синие глазки.
подкрасим губки, формируем прическу, закрепляем лаком. Осталось переодеться. Вуаля, наряд готов! Длинные щупальца. Подросток Урсула выглядит неотразимо. Девушка решила заглянуть в новый бутик в торговом центре. А вот и мы! Привет! Вы вовремя! Подберем идеальный лук! Урсула принялась листать хвостики. Вдруг прошел тот парнишка, звезда школы. Это он! Оу, мы раньше не встречались! Не думаю. Угощайся соком. Thank you. Кстати, я Роберт. Очень приятно, Урсула. Ой, вы знакомы? Привет, девочки, Роберт. Чудесное имя. Прогулка по торговому центру обернулась удачным знакомством. Что в корзинке? Обрезаем сломанные ручки. Покрываем все черным акрилом. Немного мха. Елочная игрушка послужит волшебным шаром. Подготовим полусферу. Пройдемся кистью. Скатаем колбаску. Окрасим в тон. Не хватает ножек. Немного ржавчины. Налип мох. В ведьмином котле кипит загадочное зелье. Мастерим книгу заклинаний. Наносим липкий слой. Дивные водоросли. Новый артефакт. Рука-подставка. Рука сжимает древнюю книгу. Все, что нужно юной колдунье. Школьники представляют свои проекты. Так волнуюсь. Вспомним формулу. Кто хочет провести опыт? Урсула, может, ты? Окей. Да-да, только подготовлю все необходимое. Что она задумала? Как странно. Точно, еще книга. Итак, начинаем. Смешиваем пробирки с зельем. Произносим заклинание. Страница 2. Атис Венус Крободинус! Воля! Браво! Очень креативный подход. Получаешь отлично. Новая кукла, новый возраст. Тонируем кожу. Рисуем глазки. Яркая помада. Одеваем роскошный корсет. Сошьем щупальца. Вау! Урсула стала совсем взрослой. Девушка прогуливается с подругами. Я слышала, у нас есть новенький. Привет, девчушки! Hey. Ах, какой красавчик! Он просто душка. Я влюблена. Ох, не всем улыбается удача. Куда она ушла? Подруга решила пренебречь чувствами Урсулы. Она флиртует с парнем. Не может быть! Как она могла? За что так со мной? Не огорчайся. Ничего, я с ней поквитаюсь. Все узнают, на что способна Урсула. Вау, появились зубцы. Добавим цвета. Сверкает золотом. Наколдуем корону. Урсула настроена серьезно. Девушка решила проучить нечестную подругу. Флотсам, Джетсам, ко мне! Найдите мою корону и трезуб. Окей. Держи, хозяйка. Сладкая парочка пела и танцевала неподалеку. Заклятие голоса. Что было твоим, станет моим! Вдруг пение смолкло. Что с моим голосом?
Прощай, нам не по пути! Сладкая месть! Эй, Урсула! Ты красива, как эта роза! Неплохая попытка, но ты мне больше не нужен! Флотсам, Джетсам, проводите Лавеласа! Берем крышечку, складываем палочки, установим микрофон, больше блеска, стойку обвили водоросли. Получив голос русалки, Урсула отправилась в караоке. Поприветствуем аплодисментами восходящую звезду! Урсула! Вот это голос! Симпатичный поклонник? Любопытно. Иди ко мне на сцену. Слушатели в восторге. Сложился чудесный дуэт и отличная пара. Выбираем воздушный пластилин. Придаем форму рыбке. Сверху торчит плавничок. Рыбка удивленно поглядывает зелеными глазками. Флаундер готов изучать морское дно. Когда Ариэль была совсем крошкой, бедолага Тритон не спускал ее с рук. Но детки требуют столько внимания. Флаундер, поможешь уложить малютку спать? Едва перевожу дух. Пока Тритон опустил Ариэль в кроватку, Флаундер вспоминал колыбельные. Спи, русалочка, усни, в колыбельке отдохни. Фу, задремала. Ура, нам удалось, будешь подменять меня. У тебя отлично получается, Флаундер. Всегда рад выручить. Прошли месяцы, русалочка подросла. У крошки голубые глазки. Лепим хвостик и придаем текстуру чешуек. Топик лиф сделаем лиловым. У малышки ярко-алые волосы, словно россыпь кораллов. Ариэль изучает каждый уголок подводного мира. О, папочка забыл свой трезубец. Нужно вернуть. Как вдруг неожиданный гость. Это Олаф решил заняться дайвингом. Yes! Ты кто такой? Просто снеговик из Эренделла. Сражайся или струсил? А, опасная крошка! Спасайся! Ну, погоди, догоню! Фу, сдаюсь! Я просто хотел подружиться. Ты вправду выглядишь безобидно. Русалочка и Олаф решили познакомиться еще раз. Малютка с интересом изучала трубку акваланга. Без нее ты не можешь тут дышать? Угу. Ерунда, трезубцем я превращу тебя в русала. Вау, у Олафа появился чудесный хвост. А тебе идет. Нет-нет, Олаф, ты ошибся мультиком. Опс, придется отменить волшебство. Я буду скучать. Лжух, развернутый листочек стал раскраской. Складываем странички в сборник. Диснеевские принцессы глядят на нас со страниц. Отрезки зубочисток превращаем в набор цветных карандашей. Порисуем вдоволь. Ариэль растет творческим ребенком, потому Флаундер решил сделать крошке сюрприз. Эй, поплыли за мной! А что там? На столике русалочку ждал набор карандашей и раскраска. Вау, спасибо! Ариэль взялась раскрашивать. Это Олаф, мой друг. Когда вы успели познакомиться? Упс, Флаундер внес свои коррективы. Усики и каракули, ох, проказник. Что ты натворил? Я художник, я так вижу. Скульптурным пластилином облепим стеклянный шарик. Придаем форму хвоста. А это что? Пятачок. Это свинорусалка с розовой мордочкой и перламутровым хвостиком. Свинка-копилка поможет собрать денежки. Русалочка путешествовала по морскому саду. О, прекрасный цветок! Не видела его раньше. Стоило обернуться, как позади ее ждал еще сюрприз.
Пиратский клад! Ура! Мое первое сокровище! Откуда звон? Вау, это копилка! Теперь у меня маленькое состояние. А все благодаря милой свинорусалке. Эй, ничего не видно! Ой, прости! Превращаем салфетки в шапочку. А вот каникалон. Королевский стилист помогла нарастить волосы. Расправляем пряди. Ей! Воздушный пластилин создал пару ракушек для лифа. Вау, какой блеск! Это сверкает чешуя хвостика. Из полупрозрачной папки мастерим плавнички. Добавим пояс. Наследница морского престола выглядит восхитительно. Тритон уснул средь бела дня. Доченька решила воспользоваться моментом и стащить трезубец. Я только побаловаться. На пути ей встретился Флаундер. О, узрей мое могущество! Ариэль взмахнула трезубцем и превратила рыбку в осьминога. Эй, верни мне плавник обратно! Тихо, не шуми, сейчас все исправлю. Но ее эксперименты приводят к неожиданным последствиям. Только не черепаха! Получилось! Вдруг Ариэль почувствовала чье-то присутствие. Упс, за спиной стоял сам Тритон. Ой, пап, уже проснулся. Кажется, это мое. Мы как раз хотели его вернуть. Ага. Флаундер помогал начистить до блеска. Без моего ведома, прошу так больше не делать. Но спасибо за чистку. Фу, повезло. Ленточка, любопытно. Распускаем ее на нити. Избавляемся от бусинки и загибаем в петельку. Это же накладные трессы, целый набор для экспериментов. Ариэль сладко отдыхала в кроватке. Здесь так уютно. Но Флаундер решил прервать беззаботный сон подруги. Ау, Ариэль! Вау, а что это? Пока она спит, примерю. У меня розовая борода. Рыбка расхохоталась перед зеркалом. Флаундер пощекотал Ариэль нос кончиком пряди. А, чья? Доброе утро! О, ты нашел трессы! Я тоже так могу. Ребята смеялись и веселились. Вот Флаундер помог сделать Ариэль нарядную прическу. Спасибо, дружок. А теперь давай на перегонки до того рифа. Сколько разной фурнитуры. Облепим центр пластилином и придадим рельеф. Закрепим пайетки в ряды чешуек. Вау, как сверкают! Тонируем концы в серебро и накрываем динамики сеткой. Кнопочки на месте, нажимаем play и наслаждаемся музыкой. Ариэль давно хотела устроить подводную дискотеку. Посмотрим, что из этого получится. Наша героиня включила звук на максимум и оставила колонку на столе. Песни приманили подружек. Что за штука? Она поет! Просто танцуйте! Юху! Это так весело! Русалки развлекались до захода солнца. Русалочка повзрослела и стала прекрасной девушкой. Ее перемены заметила Урсула. Ха-ха-ха-ха! Пришло мое время! Ариэль попросила волшебницу показать, каково быть человеком. Вмиг плавник сменился ножками. Бывшая русалка облачилась в платье. Сошьем воздушный фатиновый подъюбник. Сверху примерим роскошное платье. Wow. Ах, красота! Ариэль превратилась в дивную леди. Невозможно отвести взгляд. Принц вдумчиво любовался морем, как вдруг среди волн мелькнул образ. Кто это? Подойдя, принц обомлел. Кажется, это любовь с первого взгляда. Произошла магия. Хвост Ариэль превратился в прекрасное платье. Как непривычно. Мне придется потренироваться ходить. Мы справимся вместе, дорогая. И принц повел Ариэль к замку. Как здесь красиво. Это все станет нашим семейным гнездышком. Кстати, хотела посмотреть в зеркальце? Пока Ариэль любовалась ногами, обнаружились минусы наземной жизни.
Холодные мраморные полы студили пяточки. Бррр, зябко! О, я срочно придумала, во что тебя обуть. Пенополистирольные платформы уже топают в руки Лалилу. Обклеиваем обувь фоамираном. Соединим все детали, украсив глиттерным фоамираном платформу. Кроксы для настоящей принцессы сияют звездочками. Ариэль, присаживайся. Я приготовил огромный выбор шикарной обуви. Итак, выбирай. Начнем с вон тех на каблуках. Упс, слишком высокие. Ты не ушиблась? Прости, я оплошал. Может, золотые подойдут? Но и в этих принцесса едва сумела сделать пару шагов. Вот незадача. Принц в отчаянии. Но спасительная рука протягивает идеальную пару в морском стиле. Неплохо. Ура, мне очень удобно. Правда? Я так рад. Твои ножки в тепле. Счастливая парочка закружилась в сказочном вальсе. Достаем пару моточков нитей. Делаем вертикальные надрезы. Это нужно, чтобы равномерно продевать ниточки. Получилась плетеная корзинка с удобными ручками. Полная корзина пряжи. А зубочистки превратились в металлические спицы. Старушка Ариэль сидела на шезлонге, наслаждаясь теплыми лучами солнышка. Теперь бабушка может расслабиться за вязанием. Оу, свяжу милый плед. Ха-ха, получился хвост русалочки. Ой, не ожидала, что так выйдет. Помню, у меня был такой. Ау, русалочка, не заплывай далеко. В волнах резвилась уже ее внучка, наделенная способностью менять хвостик и ноги по своему желанию. Ариэль, завернувшись в шерстяной хвост, продолжила наслаждаться волшебным деньком. Ого, какой ловкий пловец! Теперь тебя будут звать Ариэлом, будешь русалом. Бровки перекрашиваем в красно-рыжий. Плавательная шапочка сменяется шапочкой для парика. Моделируем торчащую шевелюру. Под водой сложно поддерживать укладку. Улитка познает мир. Только взгляните на эти подвижные глазки. Удивительное существо. На морском дне слизь заменяет гель для укладки. Русалу необходим хвост. Добавляем холофайбер и обматываем пленкой. Обводим силуэт на ткани, пара швов и хвостик сшит. Украшаем его пояском и пайеточной чешуей. Ленточка превращается в тончайшие плавники. Избавляемся от старых бумаг. Вырезаем парочку зеленых плавников для хвоста. И, конечно, волшебный медальон в виде ракушки. С ним Ариэль никогда не расстается. Парнишка-русал – настоящий романтик. Как прекрасен океан! Его бескрайние просторы. Нет лучше места. Жизнь парня наполнена музыкой. Рок! Да на полную! Сьюи, послушай! Классный трек, но слишком громко. Теперь русал взялся за игру. Да так, чтобы сотрясалось морское дно. Отвлечь Ариэла может только просьба о помощи. Без тебя не справимся. Быстрее на выручку. Веди скорее. Осьминожки придавило щупальце тяжелым камнем. Ох, друг, будь впредь осторожен. Лепим носик к крупной бусине. Устанавливаем лампу на подставку и закрепляем ручку. Волшебная лампа сверкает золотом и драгоценными камнями. Алисеби забрели в таинственную пещеру. Эбби все нипочем, только дай пошуметь. Тише, Эбби! Вдруг вся пещера затряслась. О нет, обвал! Что же делать? Теперь нам никогда не выбраться. В полумраке луч света озарил одинокую лампу. Удивительная находка! Странная лампа. И что с ней делать? Потереть? Может, потрясти? Хм.
О, кто эта старая куколка? Пока ты не очень похожа на Джина. И в какую кабинку зайти? Может, в желтую? А, нет. Попробуем в голубую. Ура, теперь куколка окрашена в подходящий цвет. Рисуем Джинни глазки. Гипнотический взгляд. Намечаем бровки. На губах синяя помада. Красотке нужны волосы. Длинные пряди заплетены в удобную прическу. Глиттерный топ сверкает. Из бифлекса мастерим хвост для Джинни. Ура! Свободный полет! Добавляем сережки. Джинни, пора возвращаться в лампу. Диво дивное! Из лампы появляется Джинни. Благодарю тебя, повелительница. Али в недоумении. Кто ты? Взамен на свободу я могу исполнить 3 твоих желания. Хочешь удобное ложе? Или крутое средство передвижения? А может, хочешь охладиться мороженым или банальных сокровищ? Хотя, если честно, тебе не мешало бы просто помыться. Ну что, загадывай. Я бы с радостью загадала желание, но зачем мне они взаперти? Выход завален. Ты не поняла, я всемогуща. Они очутились снаружи. Фу, сработало. Давай скорее, загадывай свои желания. Если честно, я живу очень бедно. Первое желание – богатство. Из бифлекса выкроем фиолетово-черные щупальца. Ножнички такие самостоятельные, попробуй успеть. Магия Лалилу оживила щупальца. Набиваем их холофайбером и продеваем проволоку. Сломанному Кену повезло, он обрел целых 6 щупалец. Окрашиваем кожу в лавандовый. Рисуем глазки. Мимику Урсула сложно не узнать. Торчащие волосы давно не видали фена и плойки. Какие щупальца без присосок? Засыпаем пояс глиттерным дождем. Красота! Поглядите на него. Расслабленно прохлаждается в тени водорослей. Морской колдун днями напролет сидит в своей мрачной пещере и планирует злодейские делишки. Пупсички, плывите ко мне! Так, что сегодня покажет мое зеркало? Ох, снова этот. Смотреть тошно. Опять эта громкая музыка по всему дну. Похоже, хозяин сошел с ума. Ну, я тебе покажу. Меткий удар разделил пенополистирольный блок. Обтачиваем и пропускаем сквозь рулон наждачной бумаги. Хорошенько потрясем. Идеальная шлифовка. Грунтуем заготовку. Окунаем в желтую краску. И вот малышка Флаунди. Знакомьтесь, обладательница самых красивых плавников глубоководья. Уложенную челку плавник украшает цветочек. Ну разве не прелесть? Флаунди с Ариэлом играют в прятки. Чур, моя очередь искать. Рыбка ловко спряталась за кораллы. Ну что, сдаешься? Ах, вот ты где. Так и быть, признаю, ты прячешься лучше меня. Вдруг подплывает огромная касатка. Живо прячемся! Но погодите, что это, подарок? Оказывается, касатка хочет дружить. Вау, я как раз искал такую. Джинни держит слово. Вещи Али преобразились в богатое одеяние. Принять душ после путешествия – ох, блаженство! Из белой ткани выкраиваем широкие шаровары. Шаблоны помогут с мерками. Одевайся скорее! Стягиваем низ штанин. Комплект дополняет белоснежный топ. Добавляем наряду роскоши, больше золота и самоцветов. А обувь? Сапожки из термоклея покрываем лаком и посыпаем глиттером. Расчесываем волосы. Обновляем макияж. Обруч с лилией пером подчеркивает статус. Теперь Али настоящая богачка.
Гулять только на паланкине. Али попросила высадить ее около рынка. Продавщица приняла девушку за принцессу и упала в поклонах. Не стоит, поднимайтесь скорее. Вы меня не узнали? Мы виделись утром. Вы обзывали нас воришками. Простите, я не хотела вас обидеть. Позвольте вас угостить мандаринкой. Али готова расплатиться. Нет-нет, это угощение. Девушка с улыбкой покинула рынок, оставив за собой прилавок, усыпанный деньгами. Наверняка проделки Эбби. Оу, Ариэл, спасибо, пригодится. Вырезаем заготовки сумки. Соединяем половинки. Кожаный браслетик сойдет для ручки. Украшаем морской звездой и водорослями. У Ариэла есть хобби. Он коллекционирует утерянные вещи людей. Это наверняка для волос. И это здорово блестит. Найденное он собирает в удобную сумку. В этот раз мы стерим зеркало. Yes. Интересно, для чего люди используют эти милые штучки? Теперь на стене висит дизайнерский декор. Можно полюбоваться укладкой. Флаунди, поплыли искать еще что-то необычное. Эта махровая салфетка нам еще послужит. Выкладываем проволочный каркас, окантовываем золотистой тесьмой. По краям развиваются милые кисточки. Золотистые косички и стразы плюс 100 к роскоши. Этот коврик бесценен. Али скучает во дворце, а вот за весельем к Джинни. Ты готова загадать второе желание? Да, я хочу средство передвижения. Джинни тут же исполняет прихоть. Верблюд? Нет-нет, хочу увидеть Аграбу с высоты птичьего полета. Угу. Знакомьтесь, ковер-самолет Клауди. Вау, какая пушистая милашка, обнимемся. Была уверена, тебе понравится. Али воспарила над городом. Внизу проносились чудесные виды. Ох, столько впечатлений. Ночная Аграба безумно красива. Но также я увидела, как бедно живут люди. Мое последнее желание. Пусть все жители Аграбы будут счастливы в здравии и достатке. Удивлена, какая добрая девочка. Будет сделано. Коврики-самолеты пляшут от радости в озорном танце. От старой зубной щетки отрезаем лишнее. Устанавливаем ручку. Из двух наперстков мастерим уникальный микрофон. Украшаем лентой и ракушками. В такой микрофон приятно петь. Ариэл играет свою любимую композицию. Но что-то его отвлекло. Гитара осталась на лавочке. Я добрался к этому источнику вечного шума. Урсул не знает, что делать с инструментом. Нервы сдают. Несносный инструмент. Стой, давай лучше я тебе помогу. Yes. Сначала нужно выучить нотную грамоту. Сложно и скучно. У меня для тебя кое-что есть. Возможно, игра на музыкальных инструментах просто не твое. Попробуй петь. Урсул впервые берет микрофон. И, о чудо, восхитительный тембр. Ребята дуэтом дают грандиозный концерт. Успех, признание, слава. Теперь у них есть все. Враги объявили пожизненное перемирие.